Дженнивер? Это простая простуда, сэр, я уверен. Это не мрак. Через два дня отправьте людей забрать его вещи в пользу барона. Пусть захватят тело. Что случилось с этим местом? Скорее бы все это закончилось. Кофе сейчас бы не помешал. Вот почему я скучаю. Поскольку не попытка. Вот это верно. Баса, я бы выбрал банку с огурцами. Она тяжелее. Гаррет! Черт! Ты по-прежнему не дружишь с дверями. Ты прям не заходишь, не пишешь. Я думал, вы с Эрин оба погибли в том налете на особняк. Где тебя носило? Не знаю. Не знает. Ладно, забудь.
Не хочу даже знать, каким дерьмом ты страдал целый год. Не до того мне сейчас. Особенно теперь, когда барон ввел налог на опиум из-за этого мрака. Не говоря уже о черном налоге ловца воров. Пьют кровь из дельцов вроде меня. Если у тебя есть дело, так давай, говори. А ты уверен, что справишься? Ладно, вот в чем суть. Ты должен достать мне кольцо. Женишься, что ли? Одного раза хватит. Ай, драная птица! Клянусь, я когда-нибудь сделаю из тебя шляпу. А думать за тебя кто будет? У меня все пальцы в бинтах. Работа, Бас. Да, работа. Да. Точно. Его носит некий Корнелиус Грейвс. Отменный такой кивчик из тех, к чьим сапогам дерьмо не липнет. А? Вот так. В чем подвох? Он мертв. Баса, я вор, а не мародер. Он умер недавно. Как мне сказали, он никогда не снимал кольцо. Вроде ничего сложного. Сложности. Его нужно найти, прежде чем его заберут труповозы. По слухам, они отвозят тела на старую фабрику близ Шлаковой ямы. Там почему-то полно стражи барона. Лучший способ туда попасть через старую часовню. И, Гаррет, не облажайся. У кое-кого из нас еще куча долгов. Не поймаешь, не обложишь. Ну да, да-да-да. Дуй отсюда и выходи через дверь. Ладно. Рад был тебя Друзья, это вороны. Целая стая каркают по нашей душе. Поют песнь барону. Хочешь, у меня есть товары для темных дел. Защищены. Мы этим дымом еще в мастерских надышали. Мы тогда такую дрянь отхаркивали. Отдали ее полицейским. Нет, не совсем так. Какой-то псих ему платил по 2 дряни. Это последний. Завтра будут новые. Мне уже кажется.
Старая часовня в Морнингсайде. Это двор королевы попрошает. Одинокая ночь сегодня. И это хорошо. А, Гаррет, немногие бы выбрали твой путь. Других путей я не знаю. Верно. Ты ведь знаешь, что обо мне говорят. Ты узнаешь обо всем, что происходит в городе? Не обо всем. Только о самом важном. Что привело тебя сюда? Ищешь моего совета? Год назад я был в поместье Нордкреста. Что-то пошло не так. Что со мной случилось? Что случилось с Эрин? Год назад. Слишком самоуверенные люди попытались взять под контроль то, чего до конца не понимали. Равновесие было нарушено. И это отразилось на всех. Это что, ответ? Когда мои попрошайки тебя нашли, после того случая, они решили, что ты мертвый, но ты был жив. Мы вылечили тебя и вывезли из города, чтобы защитить. Мы ждали. Но когда начался мрак, что-то начало будить тебя. И мы решили вернуть тебя домой. Этот город болен. Но он все тебе расскажет, если ты будешь слушать. Берегись, Гаррет. В тени скрываются вещи пострашнее тебя. Мы грузим трупы с самого рассвета. Нам бы закончить поскорее. Слыхали этого ленивого канавника? Радуйся, что толкаешь телегу, а не лежишь на ней. Найду другой путь. Батя всегда говорил, что не на заводе. Эх, продавали бы тут баланду. Ah.
Кажется, у меня зуб шатается. И это называется работа? Смотри, чтобы псина не брехала, и разбуди меня к концу смены. Как ты спишь в таком месте? Еще и генерал где-то бродит, зубами скрипит, ногой своей паскудной. Смотри и учись. Смотри и учись. О, спина совсем развалилась. Что я этот пес внимательнее, чем его хозяева. Боги на пороге. Эрин, я не заболел? Показать его генералу до последнего звонка. Ты глянь, благородный среди оборванцев. Ну-ка, что у него? Не здесь же, тупоголовый. Мы погрузили его как можно бережнее. Вы же с ними уважительно, да? О, да, уважительно. Кстати... Манекены?
Я пришел сюда за телом, но не за этим же. Всюду мрак. Пошел, ублюдок. Лучше ты, чем я. Где же оно? На бойне с тушами уважительнее обращаются. Корнелиус, наверное, уже на конвейере. А, кажется, поеду за Корнелиусом в порядке живой очереди. Проделал? Обычно все на первый день зеленеют, а на второй не возвращаются. Мы раньше трупы за городскую стену кидали, пока вони гниль не стали хуже, чем даже мрак. По сотне воронов на каждый труп. И мухи. Да? А нам было велено сжигать их в боковых переулках квартала. Но после пожара у свечников пришлось и это тоже объявить преступлением. Бедный Блоумер. Надеюсь, сегодня что-нибудь произойдет. Хрен с ним с мраком, лишь бы не литейная лихорадка. Надо бы еще поспать. Если зазеваюсь, крысы сожрут. Кто это сделал? Ты на меня зря нахопался. Лучше не вылезай. Я, наверное, ничего и не слышу. Будь готов ко всему. Закончен. Принимайтесь за работу. Стража сделала все, чтобы это здание было по-настоящему непригодным для жизни. Охотятся на оленей в усадьбе. Батя всегда говорит, что работать мне на заводе. Я привык быть движущейся. Эдос, великий охотник. Я должен был родиться аристократом. Погода меняется. Надеюсь, это были не крысы? Да пустяки же. Ч?
Тут кто-то есть! Я его слышу! Теперь я знаю, где ты! Если он опять попытается, я буду начеку. Я буду искать везде. Тебе не скрыться. Погоди-ка, я знаю, где ты. Меня заметил. Никого не вижу. Если он опять попытается, я буду начеку. Что-то явно не так. Я буду искать везде. Тебе не скрыться. Готов ко всему. Ненавижу ждать.
Эта сажа тут повсюду. О, в мясницком квартале и то лучше, было. Как же тут воняет. Боги на пороге. Вот ты где. Мечтаешь вернуться на бойню? Брось. Скорее бы все это закончилось. Там хоть кровь свежая там была. Там хоть кровь свежая была. А здесь все бурое. Вода в сточной канаве. Тебе и маковое молочко из пухлой сиськи не взбодрит. Пошли, я тебе кое-что покажу. Черт. Это сажа тут повсюду. Так воняли. На той неделе мы принимали по сотне мертвецов каждый день. Мрак избавил город от большего количества дерьма, чем вся наша стража. Теперь мрак и до богатых добрался. Но генерал будет доволен, как идет наша зачистка. Зачистка. Хорошо сказано, сэр. Молодец. Я уверен, те, кто хорошо выполняет свою работу, будут награждены по заслугам. Сильно расцарапаны глаза и уши самим усопшим. Шея в крови. Глубокие порезы запястья нанесены самим усопшим. Да ну! По мне, так все жмуры одинаковые. Зная причину смерти, легче сдержать распространение болезни. Добс тут кое-кого арбалетными стрелами утыкал. Это тоже запишите, сэр? Не умничай, страж. Это не соответствует ни твоей физиономии, ни твоей должности, которую ты рискуешь потерять. Скорее бы все это закончилось. Гнойные язвы. Злоупотребление маковым молочком. Шея болит. Кровотечение из горла и запястья. На шее. Попытка удавить. Не наша. Дайте мне закрытую дверь, и я ее открою. Но таких механизмов я еще не видел. Наверняка тут есть ключ. Ugh.
Для мертвеца Корнелиус очень прыткий. Придется побегать. Мне нужно его кольцо. О, все в очередь. И не толкайтесь. Огня хватит на всех. Неважно, богатый ты, нищий. Долгах ты, жидках. Вы все Я ей сказал, плевать, если у твоей матери чертов мрак. С нами жить она не будет. Взять следующий труп, когда пришли вы. Я же многого не прошу. Уважение. Что я, блин, скажу? Лишаешь трупа остатков достоинства и всех ценностей? Ловец воров хуже, чем о нем рассказывает. Я украду кольцо обратно. Прошло три дня. Мы спорили, когда генерал кого-нибудь изобьет, а не прикончит. Панели пропал. Надеюсь, следующий. Генерал, ну очень хотел это кольцо. Что в нем такого? Не хочу гадать. Сунулся куда не следует, целее будет. И все же, мне раньше не попадались трупы с кольцами. Слушай, как думаешь? А может, еще поискать? Ну, может, интимные кольца, а? Что еще за интимные кольца? Это кольцо для, в общем, твоего мужского. Ты чего, придуриваешься? Не-не, многим нравится. По ключам, во всяком случае. А ты не знал? Сейф? Очередное нововведение барона, очевидно. Вскрою, как любой другой.
Аристократы слишком любят любоваться своим гербом. Читается.